встречайте. Сейчас на эту сцену выйдет финалист проекта «Голос» на Первом канале, солист академического ансамбля «Песни и пляски войск Национальной гвардии Российской Федерации». На сцене Павел Пушкин! Спасибо, жизнь тебе, что вновь приходит день, что зреет хлеб и что взрослеют дети. Спасибо, жизнь тебе, за всех родных людей, живущих на таком огромном свете. Спасибо, жизнь, за то, что этот щедрый век звучал во мне то радостью, то болью. За шире твоих дорог, в которых человек, все испытав, становится собою. За то, что ты река без берегов, за каждую весну твою и зиму, за всех друзей и даже за врагов. Спасибо, жизнь, за все тебе спасибо, за слезы и за счастье наяву, за то, что ты жалеть меня не стала, за каждый миг, в котором я живу, но не за тот, в котором перестану. Спасибо, жизнь, что я перед тобой в долгу за прошлую и завтрашнюю силу, за все, что я еще успею и смогу. Спасибо, жизнь, воистину спасибо. За то, что ты река без берегов, за каждую весну твою и зиму, за всех друзей и даже за врагов. Спасибо, жизнь, за все тебе спасибо, за слезы и за счастье наяву, за то, что ты жалеть меня не стала, за каждый миг, в котором я живу, но не за тот, в котором перестану. Орленок, спасибо тебе за эти прекрасные минуты, дни моей жизни. За каждый миг, в котором я живу, но не за тот, который перестану. Спасибо вам! Я люблю вас безмерно. Павел Пушкин!